Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть в The Walking Zombie Dead City, наш замечательный, в общем-то, боевик, он проходит через толпы огромных и маленьких, и больших, ребят, зомбарей, клоуны, кто там только не попадается, зомби-клоун, зомби-военные, зомби и повара-зомби, соответственно, и огромные, ребята, здесь есть боссы, так что давайте, ребят, отправляться дальше, у нас падают 15 тысяч золотых монеток, у нас есть сейчас новое оружие, в прошлой серии мы, значит, бились из винтаря, сейчас у нас есть замечательный вот такой вот дробашек, его нужно будет прокачивать, у него 1000 урона, по сравнению с винтарем, 280 был урон, а у дробаша уже изначально 1000, правда, он очень... у него кучность огня очень такая, прям разбрасывает, у него прям дроби разлетаются в разные стороны, поэтому нужно будет по точность огня он нам прокачивать, соответственно, друзья. Отправляемся дальше, и у нас впереди, значит, будет снайпер, будет у нас арена, и будет у нас сегодня босс. Давайте сегодня пройдем до этого самого момента, у нас впереди очень интересный путь, и отправляемся, ребят. Если вам нравится The Walking Zombie Dead City, прямо сейчас подписываемся на канал, ставим лайки, если любите данную игрушку, чтобы скорее вышла новая серия. Ребят, набираем побольше лайкосиков, пишите в комментариях ваши интересные идеи по поводу прохождения и не забывайте про колокольчик, чтобы приходили уведомления в будущем. Ну что же, отправляемся, ребят, отправляемся, день 42-й, день 42-й. Оба, посмотрите, вот так вот, да, хорошо, вот так вот, да, трипл килл, прекрасно, прекрасно. Блин, какие-то крысы, ё-моё, нифига себе, вот это да, ребята. Так, здесь у нас крысы, короче, это вообще прям даже вот как-то так. Давайте чуть-чуть мы, наверное, погромче сделаем, а то что-то, по-моему, как-то чуть-чуть тихо, по-моему, да? Ребят, появились крысы, это офигенно. Так, давайте мы сейчас прокачаем наш 1200 урон, точность огня, ребят, я прокачаю на 40%, о, и боеприпасы, вот так, по 8 патронов будет перезарядочка, вот так вот, все, максимальный сейчас он будет дробаш, и посмотрим, насколько он будет крут. Так, идем далее. Так, мне на максимум прокачан. Да ладно. Да вы что? Ну-ка, нифига себе. Вот это да, ребята, вот это да. Слушайте, дробаш я прокачал на максимум, но, в принципе, разброс у него все равно не маленький. Я вам скажу, все равно не маленький разбросик. День 44-й, идем. На, вот так вот. Сразу тебе, гад. Так, перезарядочка, быстро. Крысы самые вообще ужасные твари. Вон она бежит уже. На, сразу же получает. Хедшот, все, слили. Минус. Третья волна самая жесткая. Мы находимся вообще в каком-то, я не знаю, заброшенном подземном подземелье, не знаю, где-то сточные трубы, вон, видите, да, прямо канализация прям льется прям нам под ноги. Так, вон там вдалеке кто-то идет, сразу же вот так раздаем, вот так вот им. Опа, нормально, ох ты, сразу двоих одним выстрелом, прекрасно, давай сразу перезарядочку, потому что у нас крысы идут, крысы в голову. Все-таки зараза успела укусить, ребята, вообще крысы здесь лютые, я даже не знаю, как с ними бороться-то вообще. Трипл килл. Слушайте, с крысами-то как бороться? Они все равно бегут прям вообще жесть. Снайпер! У нас новое испытание будет снайпер. Нужно спасти маленького ребенка. И сейчас, походу, будет наступать у нас огромное количество различных зомбарей, да? Так. Так. Погоди. А, вот оно, господи. Тут что-то не нажималась кнопка вообще никак. Так, хорошо. Блин, немножко ребенка покоцали прям. Конкретно. Так, где вы? Мерзавцы. Фу, кое-как я как-то... Прям... Крысы очень опасные. Есть вон еще. Бежит гадина. И в голову попали.
Фу, ребята, вот это да. Вот это было да. Слушайте, что-то поначалу не разобрались, потому что у нас... А, кстати, через 5 минут у нас будут боеприпасы халявные как-то падать. А следующий у нас будет вот такой вот. Вот такой вот дробашок тоже прям вообще отличный. Стоит он 200 тысяч. Представляете, сколько нужно будет денег накопить, чтобы нам его купить. Оба, летучие мыши! Да ладно! Вот так вот, хорошо. Слушайте, вот это у нас новые персонажи. Каждый раз нас удивляет. Так, крысы. В голову. В голову. Вот так вот. Да. На ему сразу. Этих-то мы вообще изи. Это мы изи. Это мы просто изи. Вот так вот. Хорошо. Но уже посложнее. Уже намного сложнее. Вообще. Ну, деньги зарабатываются, в принципе, довольно интересно. День 48 у нас. Мы уже добрались прям далековатенько. Опа. Крыса. Получает, так. Отлично. Летучие мыши. Ой, хорошо, как по летучим мышам. Летучие мыши, я не знаю, где такие выросли летучие мыши. Но здесь какая-то радиация, походу, тоже есть. Так, что-то тишина какая-то, да? Так не кажется, что-то как-то затишье перед бурей. Нам бы еще кучность бы улучшить бы, а? Как бы нам кучность улучшить, а? Вот это было бы хорошо. Так, крысы, крысы. Блин, самые жесткие. Это реально крысы. Нужно прям целиться прям четенько. 8200 у нас за каточку идет. И это здорово. 49-й денек. На ему сразу. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Оба! Стоять! Нифига не лезут. Жесть! О, черт! Давай, 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 скорей! На! О! Выжили. Выжили, серьезно. Так, идем дальше, там арена впереди. День 50-й, по-моему, он будет непростой. Ой, хорошо как, а? Как в голову попадаем, когда прям вообще отлично. Давай, давай, да, перезаряжайся, ну. Скорее, 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 скорее. Нате вам. Нашествие летучих мышей было. 10 тысяч сразу сыпят нам. 100 тысяч мы уже набрали, а следующий инвентарь у нас стоит 200 тысяч. А впереди у нас арена, где мы будем биться вообще ручками. Нам что-нибудь сейчас дадут в руки, я не знаю, какой-нибудь молоток, кинжал, может там пилу, еще что-нибудь. Что нам... О, молоток дали! Да ладно, вы что, серьезно? Не молоток против летучих мышей, что ли? Ну вы, конечно, по-моему, это перебор. Ребят, это перебор. Мы с молотком против летучих мышей. Сколько мы их убьем, вообще непонятно. Давай, 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 валим, 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 валим. Да сейчас убьют, нет. А, нет, 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 гады. Давай, давай, живи, 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 друг. Сколько? 12 летучих мышей, 15, 500 зарабатываем, нормально. На арене это нормально. У нас впереди сейчас день 52-й. И начинается у нас... самые, наверное, лютые времена, потому что я смотрю, что просто зомбари валят в очень большом количестве. Ох, да, это было здорово. Это было здорово, но все-таки они меня, крысы, потихонечку начинают уже грызть. Потихонечку начинают меня уже грызть, и мне это становится дико неприятно, потому что они довольно противные, ужасные. Друзья, кто любит крыс? Кто не любит крыс, пишите в комментариях, как вы относитесь к летучим мышам. Кто хоть раз их видел, насколько они ужасные твари. Так, нормально, затащили 10500 прям без одного укуса. Это просто вообще мега-бомба. Идем далее. Yes.
Оба, военные пошли. Ай, перезарядочка, но... О, военные поперли. Ребят, крысы. Короче, вместе с военными нападают на нас. Что происходит? Нам остается несколько шагов еще до босса. И мы, я думаю, добежим до босса. Мне бы очень бы хотелось до него добраться, посмотреть, кто же там у нас будет. Кто же такой у нас там будет? Так. Хедшот военному сразу. На ему, вот так вот. Ну вот гад, а. Смотри-ка, на ему. Все. Слили. Что бы я делал без прокачанного дробаша? Я даже не знаю, мы бы, наверное, сдыхали бы на каждом углу. Просто каждый раз. Так, вижу, крысы бегут. Крысы. Давай, давай, давай. Нашествие крыс — это самое ужасное, что может здесь быть. Но посмотрите, прямой хедшот, если четкое попадание, то... То прям вообще, конечно... Это классно. О, нормально, 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 затащили. Самая сложная была волна, видимо, это вот из крыс первые, которые у нас шли. И остается 3 дня буквально, 3 шага до босса. Четкий хедшот, сразу военного сливает на раз-два. На ему сразу. Так вот, вот так. Ой, нормально. Так, перезарядочка. Как можно быстрее нужно сделать перезарядку. Вот таким вот образом. Так, ну что, погнали. Два дня остается. 2 дня. День 58. На ему сразу... Эй, слышь, чё, ты куда ж так, а? Прям лезут конкретно. Перезарядка. Быстрее, 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 быстрее. Крысы, по-моему, стали быстрее бегать. О, прорвались. Кто же у нас будет босс-то, а? Впереди, какой же у нас будет босс? 13500. И мы можем... А, мы можем приобрести новый ствол. За 200 тысяч. Давайте попробуем новый ствол. Я предлагаю его купить. 200 тысяч, ребята, у нас есть. Покупаем. 3000 у него урона. 3000 урона. Мы, кстати, не можем его вообще никак прокачать. А по сравнению с дробашом, у нас 1200 был урон. Максимально 8 патронов. 40 у нас кучность огня. А здесь у нас 150%, я не знаю, что это такое, точность, что ли, вообще жесткая, наверное, 8 припасов уже изначально дается, ну, 3000 урона, давайте посмотрим, насколько он хорош в деле. Так, ребят, отправляемся, последняя карточка, и босс, следующий будет босс, ну что, посмотрим. О-о-о-о! Слушайте, кучность-то у него что-то вообще, по-моему, как-то, ах, как с него хорошо стрелять, а? Давай, 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 скорее перезарядка, ну! Офигеть! Ничего он пробивает-то, а? Давай, 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 давай! Жесть! Да! Это классно, классный ствол, серьезно, классный! Так, нужно точность прокачать, потому что что-то у него совсем слабая, я вам скажу, точность. Он куда-то... Вот давайте 90 хотя бы сделаем, он будет более точный, потому что впереди у нас босс, и это, по-моему, мне напоминает какой-то крыса, я не знаю, что это у нас такое будет. Раунд следующий. О! Ёлки-палки, там идет огромная крыса! Ребята, это крыса или свинья, я не знаю, что это такое. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тут летучие мыши еще. Это офигеть, мы просто можем его не загасить. Кидай гранату. Да уйди, штану! Черт возьми! Оба! Что такое? Что это было сейчас такое? Я не понял. Блин, мы сейчас сдохнем. Мы сейчас реально сдохнем! Нас убили! Ребят, это просто невозможно. Вообще лютая. Лютая просто крыса. Так...
мы можем сейчас качнуть, например, урон плюс 300, либо боеприпасы, либо перезарядочку, чтобы нам лучше сделать, даже не знаю. Давайте урон прокачаем, и может быть мы ее сможем затащить. Давайте попробуем. Так, у меня есть еще две гранаты, но я не знаю, стоит ли сейчас их использовать или нет. Так... Снайперка. Давай, 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 скорее, 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 скорее. Блин, летучие эти мыши. Во, вот сейчас хорошо, видите, со снайперки прошли. Good. А, мы ее оттолкнули. Опа. А, вот что у нас здесь выбивать еще можно. Да уйди ж ты, летучая мышь, но... Давай, давай, 65 здоровья осталось совсем мало, но... В голова уже там мозг видно, ё-моё, давай, 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 да! Мы затащили, победили со второго раза. 133 тысячи награда, вот это была дичайшая крыса, которая, блин, лютейшая. Дорогие друзья, следующее оружие у нас вот такая вот замечательная УЗИшка будет. С глушаком, кстати, что ли, получается. Ну, просто вообще потрясающе. Посмотрим, у нас здесь еще в дальнейшем, получается, карта. У нас следующая будет арена. Это мы сделаем, наверное, в следующей серии. Ну и, соответственно, если вам нравится The Walking Zombie Dead City, то прямо сейчас, друзья, жмите лайк, пишите в комментариях ваши интересные советы, рекомендации. Ну и, соответственно, будем добираться до следующего босса. Он у нас вот как раз на 80-м будет уровне. Посмотрим, что он из себя представляет. Ну а с вами был Родригес. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видосы. Приходите ко мне на стримы, в прямые трансляции. Будем общаться в прямом эфире. Всем счастливо и пока-пока!